Вы видите постоянно обстрелы, которые ведет российский агрессор. Вы видите, насколько мы имеем глобальнейшие разрушения. И это геноцид против украинского народа, против города Харькова. И это цинизм, особый цинизм, который сегодня проявляет российский агрессор по отношению к Украине, к городу Харькову. Вы видели или знаете, что вчера был частично разбомблен наш символ города, это парк Горького, который мы создавали. Вы видите, что в дома целенаправленно бьют российские агрессоры. Вы видите, что в подстанции целенаправленно бьют российские агрессоры. Поэтому, вы знаете, если на Западе кому-то кажется, что это специальная операция, это не специальная операция, это полноценная война, направленная на уничтожение нас как нации. Слава Украине! Героям слава!